Гости повинны затрымливаться у Мирским замку не на несколько годин, а на несколько дён. Так лечит керавництво музея замковый комплекс Мир. И активно ведет працу у даденным напрямку с туристичными фирмами, как айчинными, так и замежными. Одночасово развиваючи и потенциал объекта. Ольга Борисевич расскажет. Жадаючих убачить уникальный помник архитектуры 16-го стагодия Мирский замок немало. Летось он принял 275 тысяч туристов. До того ж у жнивні тут сустрели трехмиллионного наведвальника с момента открытия замкового комплексу с 2011-го. У минулом годе тут побывали не только белорусы и россияне. Прихожость Мирского замка так само оценили гости с Китая, Индии, Узбекистана и інших краин. Мне не подобается, как турфирмы робят до обеда Мирский замок, по обеде Несвицкий палац. Мне бы вельми бы хотелось, как турист приехал и на несколько дён застался у нас. Мы маем всю инфраструктуру. У нас 16 гостиничных выдатных номеров. У нас есть и ресторан, у нас есть куда сходить, у нас есть что побачить. На 26 гектарах замкового комплексу «Мир» размещено несколько интересных исторических объектов. До того ж у музея 39 экспозиционных и выставочных залов. Поглядеть туристам есть что. И треба додать, после реставрации замка, якая завершилась в 2010-м, развитие потенциалу комплексу не спынилось. Работы по обновлению его объектов протягиваются. Отбудовали наново дамбу и приставсовали до ее летнее кафе, как наведвальники могли бавить свой час. Але мы закончили трехгодовые раскопки на палаце Святополк Мирских, и у нас есть у планах менавито узнавить знову. Значит, это палац. Что там будет? Это будет отель, это будет экспозиционный некий палац. Мы это еще не вырешили. И на выходе у нас еще проектно-каштарисная документация на итальянский парк. Литерально уже 6 годов мы працуем вельми тесно с Минск проектом. И мне бы вельми хотелось, а хоть за все так и будет, что в этом году мы отрываем все паперы для того, как можно было бы узнавить нашу территорию. У 2027-м Мирский замок отзначит 500 годзе. Подрыхтовка до юбилея уже иде. Спис планов керавництва замкового комплексу «Мир» великий. Яны розные по масштабности и тычатся разностайных напрямков деятельности. Серед ближайших и открытие на территории музея руху хужавого транспорту. Для этого уже набыты 4 брычки и 2 саней. Зараз пропрацовывается питание на конт набыття коней. Новинка станет выдатным дополнением до пеших и велосипедных прогулок, которые организуются для туристов. А их сёлета у Мирским замку, меркуючи по початку года, чакается шмат. Только у студені Мирский замок наведали свыше 15 тысяч человек. Гэта амаль у 2 раза больше, чем у минулогоднем студені.